Ну, я в Доран ТП загружается. Так. Бордонец тут, танку тут, короче. Пошли всю эту парашу чистить. Танку. Пошли, ты врываешься в толпу, я забираю этих пробудителей. Где они? Вот они, бродячие, вот эти петухи. От пробудителей либо каст им сбиваете, либо отходите от каста. Играйте вот по пробудителю. Когда кастовать будете, стан дадите. Стан просто так не давать, вот в этот каст. Ага. И отлично. Только к боссу там не отлети танку, к дракону не спули его. Я второго забрал. Скоро будет взрывная у этого. Просто так говорю, магии не давайте. Диминишинг на стан повешайте, и потом он просто докастует волну. А мне что, кто-то в ХП? Нет. Агрессора бейте. Могу в холик охреначнуться, хочешь? Для разнообразия. На там как хотите. Можно в 2 ДЦ в принципе, 1 ДЦ в тьме, 1 в свету. Можно так. Дай бы холиком для разнообразия похилил, он тоже надо. Да, как хотите. Если тут не сильно критично. Не, не критично. Хапал свет в одного захиливает. Все, пошли на пачку. Пачку врываетесь. Мордонец, также пробудителя с тобой заберем. Короче, я вот одного грипнул, ты второго. Я его больше найти. А, найдешь. Переключай там тавом. От волны есть еще милики, можно отбегать. Если стан не дают, то отбегайте. Два слота надо найти, кто-то зайдет, там нет. У нас один без света сидит до сих пор. Все, вот эту парашу уешим. Сейчас еще мобов приведем. Бордонец, пошли притянем тех мобов, гвардейцев. Тоже уешим. Что-то около 16 я дал на шпшнике. И то я там триксы всякие просил, блядь. ПС-ку. ПС-ку вроде дали или нет? Нет. Ты на шп обновляешь дотки, когда у тебя тринки пропают? Да. Если ты их перевешиваешь сразу. Вообще я под хасту, когда хаста меняется или гера, или приход, я обновляю палец чумой. Или под ПС-ку. А так, что прям типа 3 не прокнуло и обновлять, не, так не обновляем. Только спула, что это все прокнуло, когда там под проки вешается, считай, слово тьма боль. Да хуй знает. Я не заморачиваюсь особо, 16 даю, ладно. Охуй. Это у вас демон еще есть на рейде? Не помню, есть ли. Так. Я квадрат грипанутый второго без метки. А Хурюку свет включили, он сейчас зайдет. Да, хорошо, врывайся. Вот я ему дал руку. Танку врывайся. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Че он там, блядь, встал? Ну и ту парашу ешьте.
Вы что-то долго заливаете. Потому что я не бил. Ты, короче, квадрат гриппа, я треугольник. Так, с какого там плеча, блядь, справа? Сука, надо обратить внимание. Короче, как смотреть на Болтара? Левое дерево танку, правое дерево мордонец. Я по центру веду. То же самое. Перед лицом босса не стоять, когда танк идет от вихря босса, отбегать. Хилы позади танков, РДД тоже позади, там, метров на 30. Милики, милики, вот здесь вот, где я наконец стою, вот здесь вот внизу, возле уступа, здесь вы начинаете, здесь можете встать. Сразу с пола начнете бить. Босса я начну там, вот где челик на водомерке сбегает, вот там начну примерно. Все, сейчас. Хорошенько хилим. Цирк приехал. Милики уже сзади бейте. Менжу набираем. Сними с нас ассиста, у нас подлаги идут из-за того, что мы метки ставим автоматически через ДБ. Все, снял. Готовимся, сейчас с какого плеча босса, справа или слева появится копия? Вроде справа. Вот, если справа, это получается вот где танку стоит вроде. Забери мордонец. Мордонец, мордонец. Выкинул. Танку забери, танку забери, танку. Он забрал. Все, ресаем. Все, танку хилим, частицу на него хилим, танку рейндж набираем. А куда тебя выкинул? А, тебя откинуло. На конях надо стоять. Все, я с танку заберу. Каску лапу пристабав обновляйте пока. Это на тебе босс получается, да? Так вот, блядь. На мне босс, да. Блин. Бэкливом вас не порезало. Короче, смотри, сейчас незыбку настакивай. Да, готовься, перед откидыванием. Сейчас на 33 будет переходка. Тоже надо подстакать немножко. Просто ён не сильно бьет. Все. Ну да, в принципе. Я этого заберу. Центр там освободить, РДД. А то поведу вас. Немножко сзади вас обойду. Идите, бейте. Все три копии можно бить. Пикси этот. С маной что-то хуево. Хорошо они. Короче, кто там? Тень убийцы на пикси. Залей иннер. И Булкин тоже залей по пикси. Хлюпал все-таки основной хил. Частичку и спамим за хил. Сейчас в рейндж расходим, любые копии можно бить.
Главное в рейнже стойте, чтобы боссы стаки не копили. Под мордой не бегайте. Ебаный босс, блядь. Швиш кидает стаки, они снижают наносимый урон. Не зыбку дам. Заходите в инст. К Савиане подбегаем. Бафаемся. Ой, блядь. Да, Синдра, конечно, тяжкая сегодня была. Да почему забежали, быстро убили? Ну да, ты быстро убил. А мы до этого там час еще сидели. Да мы с первого трая убили, что ты врешь? Принимайте готовность. Что, иду запускать. Блядь, что это за хуйня? А ты подлетел, травм поставить. Зачем тело покидаешь? ОД не получишь. Ладно, не страшно. На взлетке будут метки, такие же, как на Синдре, только красного цвета. Смотрим. Так же, как и на Синдре, друг с другом не стоять, с метками с этим не стоять. Дал незыбку, но... Незыбку дал. Ага. Нормально. Двойная незыбка. Да не, я не прожил. И иступление снимите. Ага. Да, у локов что-то с агро пиздец, конечно. Ну как набирают. Что делать? Они сосут? Ну, смотри. Жестко. Да, жестко. Что, заходи в инст. По стеночке, когда бегите в комнату в эту. По яйцам прям бегите по этим. По... Как они, блядь, по шипастым, по вот этим, блядь, чтоб босса не спулить. Так, ну давай танку дальний трэш, а Мордонис где забегали, с этой стороны танчишь. Я на боссе. Где Нурик? Ты где? Захожу, у меня вылетел уже, потому что зашел в инст. А. Ешьте рыбу там пока.
А чё вы все там-то столпились? Вот здесь стоят, где рыба стоит. Вы туда убежали, в угол какой-то. Снимайте пафы. Лапу. Что, на счет 3 запускаю? Раз, два, три. На ту сторону переезжайте пока что, только босса не спульте, по краям едьте. Так, я релогну сейчас метки, чтобы поставить. Ну я же говорю, не пульте, блять, ну зачем? Там элементаль что-то полетел. Убирайте элементаль и маги. Узреть начало эры разрушения. На ебаный в рот. Бучие лаги, блядь. Там ешьте, пейте, пока что масло мажьте там. Ебать, что за диплодок, блядь. Жесткий маунт у вас, конечно. Такс. Ну, мордонец свет, как обычно, если по пати раскидаю. Мордонец сюда, хурик туда. Ханты с рогами меняемся. Так, рарник. Свету будешь дамажить. Так, и что, здесь 9, там 9. Вроде нормально. По хилам. Кто из вас холик? Я? Вы БДСшник, да? Ага.
ИВБ с хэпалом в свету, ИВБ диспелишь первую третью, хэпал остаешься, ИВБ в тьму заходишь, на третью выходишь только в свет. Остальные три хила, Экон, Синтек, Хилая, во тьме остаетесь до конца. Первая, вторая пати во тьме до конца, третья, четвертая пати выходит в свет. Мордонис тоже остается, никуда не заходит, с хэпалом остается. Так, 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 вроде все так. Так, и еще смотрите, я буду пулять со стороны ромбика. Вот. Заходить. И если я захожу со стороны ромбика в тьму, то вы заходите со стороны треугольника в тьму. Ну и там в соответствующую сторону босса встаете. Так, чек на пул. Готов, готов, сори. Так, все готовы. Насчет три... это, не двигайтесь, ничего не тыкайте на босса, ничего не делайте. Все, и башим. Немножко сдвинулся, ну ладно. Не пускает. О, не за барьером пускает. Оставила. Падаем, ложимся. Барьер 10. Барьер 10 секунд этот стоит. Не знаю, где ты была. Ложитесь. Ты сказал насчет 3 и запулил. А я думаю, где там отсчет? А, понятно. Барьер этот проницаемый 10 секунд, потом становится непроницаемым. Заходите. Готовность, проверка для чего дается? Чтобы вы убедиться, что вы здесь находитесь. Я к боссу бегу без отчета, потому что кто-то начнет стрелять, него петов направлять, и босс будет дергаться к вам. Положение босса должно быть в центре, это критично. Для бычки, конечно, не критично. Для Геры это будет критично. Поэтому я бегу первый, вы стоите, смотрите. Как только я поставил босса, вы подходите ближе. Барьер этот непроницаемый становится только через 10 секунд после пула. Тень где? Где? Зашел раньше, блядь, чем все сдохли. Хуёво. Не покидай тело раньше нужно. Жди, когда исчезнет огонь, исчезнет босс. Тогда покидай тело и заходи. Вот черту видите? Вот сразу черту перейдите. И стойте. Заходи быстрее, ешь рыбу. Можно приступов, пожалуйста? Проверка. Отойдите от куза босса, вдруг, блядь, метеорит на вас улетит. Перебегайте. Кто диспелит? Рассеивайте. Все локи, убираем своих петов автодиспел, блядь. Касается афликов, хуяфликов. Проверяем, блядь, парашу свою. Или тотем, или что, нет, тотема нет, это локи. Собак своих убираем, блядь, с автодиспела. Или просто прогоняем. Ну, это не надо, этот автодиспел. Блять, ну блядь, вы тут, сука, или нет, Локи? Отпустите собак своих ебучих, блядь. Вы что, блядь, русского языка не понимаете? Отпускайте своих ебучих собак, вызывайте другое говно какое-то. Этот автодиспел не нужен здесь. Перебегайте от метеора.
Чего вы в метеоре стоите? Локи, блядь, надеюсь, вы убрали эту хуйню свою. Заходите с треугольника. Все зашли? Давайте, Геро. На край выносись. Не на дыхание, блядь. Перпендикуляр 90 градусов, понимаешь? Начинаю крутить. Двигаемся. Где лезвия исчезли, там они появятся там же, где исчезли. Чё, ебашим? Ну и ВБ, блять. Как нахуй? Дыхание? Да. Два процента, готовься. Тень убийца, выйдешь в свет, треснешь ВБ. Килая. Пиздец. Булкин, выходишь в свет, резаешь Килая. Булкин, свет. Все в свет, Булкин. Третья, четвертая, свет. Первая, вторая тут, если не забыли. Тьма, стоп, дамаг. Свету дамажим. Фонкич, рарник, не вижу, вышли вы или нет. Рарник. Фонкич. Фонкич, нахуй, ты пиздец, нахуй. Татапсина, это, ну, пиздец просто. Тьма, стоп, дамаг, вы понимаете или нет? Метеор перебежали. Перебежали. Все, Килая зашла. Ресай ману, собаку вызывай. Читек иннер, может, ебану. Тьма, не бьем пока что. Не бьем, блять, там сдохши хуя людей. Булкин, иди в свет. Вы видите лезвие или нет вообще? Убийца, блять. Я же говорю, где они исчезли, появятся в следующий раз там же, блять. Я лужа выносил, я его не увидел. Так надо видеть, блядь. Пиздец. Хуй знает. Все, все бьем. 50%. И свет, и тьма бьем. Метеор. Свету там говорите, да, у кого голос есть. Ну сказал, метеору поможу. Захиливаем во тьме хорошенько танк. Там надо тьму сильнее бить, 40%. Нормально все, уже 50. Ардонис, давай истерии по Булкину, если видишь. Я не знаю, что с вами сегодня, блядь. Килая, ты как опять сдохла? Надо тьму сильнее бить. Метеор, 3 секунды. Падает, переходим. Стойки на месте, на мне был метеор. Не сдохните только от огня там. Плохо, ладно, давайте вот так встанем. Диспейте человека. Скоро метеор, приготовьтесь. Метеор падает, перебежали все. Ну, вроде ДПС примерно сравнялся, ничего не стопаем, бьем. Так, кто у нас там? Экон, тотем, ставь тотем, а, у тебя КД. Этот, танку ебани по экону возложение рук, чтобы немножко маны 5% резнули. Прожимок нету. Скоро падение метеора. Перебежали. Ну что вы, блять? Тьма это пиздец, конечно.
Очень-очень тяжело вам это дается, ребята. Мастерская, да. Очень-очень тяжело. Рольте запы. Вот это параша. На ханта или на кого это хуй знает, на энх. Народ, надо кому? Дайте инфу мне в рейд. На ММА топ. Помню, раньше ты за таки находил. Так. Топа, ты чё, это кольчуга, ты её не носишь? Не, я про наруч. Так, блять, а где ты? В какой пати? В третьей? Капец, роллы, конечно. Чешка. Ну все, я думаю, ВК уже смысла нет, и желания, я думаю, у вас нет. Все устали. Все устали после синдры. Это точно. Завтра, если у кого-то есть твинки из тех, то у кого хорошие твинки, там нормальные. ДПС там 15 тысяч, блядь. ЦЛК во второй рейд подходите там. Ну, изначально на 8 боссов. Не знаю, сколько будет людей. Может, пугов попробую подобирать, позвать. Или знакомых каких-то, чтобы померить. Если много людей, будет померим палки. Если мало будет, то так сходим на 8 боссов. Кое-как. Так что завтра приходите, 16:30.